За свободой и развлечениями в Бельгию, так подумали тысячи голландских туристов, сбежавших от локдауна в родной стране. Нидерланды ввели самые жесткие праздничные ограничения в Европе, закрыв до 14 января магазины не первой необходимости, рестораны, бары, кинотеатры, музеи и театры, в попытке обуздать распространение нового варианта коронавируса омикрон. Однако соседняя Бельгия пока предпочитает более мягкие меры. «Мы просто хотели сбежать от локдауна, все закрыто, нам нечего делать, а у нас каникулы, поэтому мы подумали, что веселее будет поехать в Бельгию». Они сказали уезжать только по необходимости, и мы сказали: «Да, это необходимо для нашего душевного здоровья приехать сюда». Местные предприниматели говорят, что локдаун в Нидерландах помог им обеспечить столь необходимый подъем после тяжелых времен пандемии. «За последние несколько дней большинство моих клиентов – голландцы, и это очень хорошо для нашего бизнеса. В Антверпене многолюдно, и у нас от клиентов нет отбоя в эти дни». Несмотря на настоятельные рекомендации властей не покидать Нидерланды, по некоторым данным, только в среду в Антверпен на поезде приехали более 7,5 тысяч голландских туристов, а на дорогах образовались пробки.